Машка, познавашка. Смотрите, смотрите, Машеньки хотели проехать по этой дороге, а какая-то палка преградила им путь. Эта палка называется шлагбаум, а машинки остановились у железнодорожного переезда, потому что сейчас здесь проедет поезд. А что такое железнодорожный переезд? Это место, где пересекается автомобильная дорога с дорогой для поездов. О, слышите? Наверное, приближается поезд. Ура! Он проехал! И шлагбаум открывается! Все верно, умняшка. За минуту до того, как проедет поезд, шлагбаум закрывается, и машинки останавливаются. Но как только поезд проехал, шлагбаум сразу открывается, и машинки могут ехать дальше. Ух ты! Как слаженно все работает! А бывает такое, что едут сразу два поезда? Бывает и такое. Проезжает один поезд, а через несколько минут и второй. Шлагбаум при этом все время остается закрытым. А теперь очередь машинок! Смотрите, на этом переезде две колеи. Да, это более сложный железнодорожный переезд. На нем одновременно проезжать могут уже два поезда. Ух ты, как интересно! А вот и еще один сложный переезд, но здесь уже идет целых три колеи. Смотри, умняшка, как много разных поездов могут проехать на таком переезде. Очень много! И машинкам приходится долго ждать. Шлагбаум открывается. Проезжайте, машинки! Путь свободен! А вот еще один железнодорожный переезд с тремя колеями. Он размещен на мосту. Как здесь красиво! И также ездит много поездов. Поезда проехали! Машинки, вперед! Ой, кажется, еще один поезд! Приезжайте скорее! На переездах нужно быть очень внимательными и не нарушать правила дорожного движения. Это послушные машинки! Они все делают правильно! А вот еще один очень сложный переезд. Здесь аж четыре колеи и очень-очень насыщенное движение поездов. Но здесь так много поездов, что машинкам совсем не проехать. Это очень опасный переезд. Надо подождать. Поезда разъехались. Теперь очередь машинок. Быстрее, машинки! Скоро проезд опять закроется. Фух, вроде все успели. Еще машинки подъехали. Ну что ж, вам придется подождать. Верно, умняшка. Проезжать можно только, когда шлагбаум открыт. Ну конечно же, иначе машинки и не проедут. Не будут же они его ломать. Разные бывают машинки. Некоторые умудряются проехать под шлагбаумом. Но ведь не каждая сможет так проехать. Вот этот зеленый автобус точно не сможет. Он слишком большой. Этот автобус знает правила и не нарушает их. Он проедет тогда, когда шлагбаум откроется. А вот эта машинка не захотела ждать. Стой! Куда же ты? Она попала под поезд и очень сильно повредилась. Очень непослушная машинка. Она нарушила правила дорожного движения и попала в аварию. Да, умняшка, железнодорожный переезд – это очень опасное место. Пересекая его, нужно быть очень внимательным и осторожным.
Запомните это, ребята, и расскажите всем друзьям! Если тебе понравились мои мультики, подписывайся на канал! Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.